Представляем вашему вниманию автокресло Concorde Ultimax 3, предназначенное для детей от рождения до 4 лет, весом до 18 кг. От предыдущей модели данное кресло отличается более эргономичной формой сидения и наличием вкладыша для новорожденного. Обивка автокресла мягкая и приятная на ощупь. Ее можно снять и постирать при температуре 30 градусов в режиме деликатной стирки. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками и дополнительный вкладыш для новорожденного обеспечат комфорт во время поездки. Ремни просто расстегнуть при помощи красной клавиши посередине. Отрегулировать их длину можно, нажав на клавишу в передней части автокресла. Чтобы подтянуть ремни, используйте дополнительный ремешок спереди. Кресло растет вместе с вашим ребенком. Высота подголовника и ремней безопасности может быть отрегулирована. Для этого ослабьте ремни, а далее потяните за специальную петлю над подголовником и выберите нужную вам высоту. Наклон чаши автокресла регулируется в трех положениях при помощи фиксатора в передней части автокресла. Вот таким образом. Давайте посмотрим, как установить автокресло в ваш автомобиль. Кресло устанавливается при помощи системы Isofix и дополнительного упора в пол. В зависимости от возраста и веса вашего ребенка, оно устанавливается по ходу движения, либо против хода движения вашей машины. Итак, при весе ребенка до 13 кг автокресло устанавливается против хода движения автомобиля, и вам необходимо развернуть чашу. Для этого потяните за специальный фиксатор и опустите рычаг в передней части автокресла под сиденьем. Затем приподнимите чашу и выньте ее из креплений. Далее переверните чашу и установите на крепление до щелчка. Появившийся зеленый индикатор не позволит вам ошибиться. Теперь осталось соединить крепление Isofix автокресла с креплением Isofix в вашем автомобиле. Но сначала вам необходимо выдвинуть крепление при помощи вращающегося фиксатора в передней части базы. Соедините крепление. Если вы все сделали правильно, появятся зеленые индикаторы. При помощи этого же фиксатора можно отрегулировать положение автокресла, максимально придвинув его к спинке сиденья вашей машины. Осталось только отрегулировать дополнительный упор в пол, который также оснащен индикаторами. При весе ребенка от 9 до 18 кг автокресло устанавливается по ходу движения автомобиля. Просто снимите автокресло, переверните чашу и установите обратно. Перед использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с инструкцией.